Все девушки хотят быть особенными, стильными, красивыми, не такими, как все. Сегодня очередная героиня готова к переменам. Давайте с ней познакомимся. Татьяна, 24 года, студентка мединститута. Играет в волейбол, занимается плаванием, танцует, любит готовить, фотографироваться, отдыхать с друзьями и веселиться. Привет, Тань. Очень рада знакомству. Ну, кроме того, что ты студентка и подрабатываешь моделью, мы о тебе ничего не знаем. Привет. Я тоже очень рада с вами познакомиться. Меня зовут Таня. Мне 24 года. Я учусь на врача, на педиатра. Уже 6-й год. Также занимаюсь активно спортом. Принимаю участие в различных соревнованиях, баскетбол, плавание. Ну, стараюсь вести такой активный образ жизни. И также, как мое хобби, это работа в модельном агентстве Up Models. Ну, понятно, у тебя есть рост, лицо, фигура. У тебя, можно сказать, есть будущее в модельном бизнесе. Ну, что ты выберешь? Профессию врача? Либо, если у тебя, может быть, кто-то предложит серьезный контракт, работу моделью? Ну, так как профессия врача – это вообще моя мечта с детства, я изначально, как в детстве, хотела стать ветеринаром, но подрастая, я поняла, что дети – это намного круче, намного приятнее. И вот как-то вообще врачевание – это моя мечта. И хобби именно модели я как-то само пришло, наверное. Стали замечать где-то, появлялась на каких-то тусовках и дизайнеры, фотографы приглашали, ну, это как-то так само собой получилось. Ну, я не думаю, что работа модели – это не навечно, поэтому, наверное, все-таки сделаю упор на именно на профессию врача, и как бы, а пока я молодая, пока красивая, буду именно заниматься модельным бизнесом. Ну, а самый твой запоминающийся проект, может быть, это была фотосессия, либо какой-то творческий образ визажистов, стилистов, у тебя есть, вот запомнилось что-то? Ну, конечно, наверное, у каждой модели есть свой любимый образ какой-то. Ну, я, наверное, выделюсь и скажу, что мой любимый образ – это был образ на Хэллоуин именно. И в этом образе из меня превратили в какое-то непонятное мясо, наверное. Но было очень интересно, было как-то необычно. Ну и самый главный вопрос – что ты сегодня здесь делаешь? Такая красивая, успешная. Но мне прямо интересно, чем мы тебе можем помочь сегодня? Ну, я думаю, каждая девушка, какая бы она красивая ни была, она нуждается именно в помощи стилистов, в помощи визажистов, чтобы правильно подобрать себе какой-то образ. И так как я часто бываю на каких-то мероприятиях таких открытых, мне немножко нужна ваша помощь. Я бы хотела, чтобы подобрали интересный образ, подобрали именно красивое платье, и чтобы в дальнейшем я уже конкретно знала, что мне идет, что мне не идет. Возможно, что-то подскажут, и надеюсь, с вашей помощью я буду красивой. Несмотря на то, что самый запоминающийся образ твоей жизни, как ты сказала, это было мясо, которое с тебя сделали, королевой бала ты все-таки хочешь быть. И сегодня, я уверена, будет твой второй по запоминанию самый лучший образ жизни. Сегодня ты будешь настоящей королевой, потому что мы подберем тебе несколько волшебных вечерних платьев. Я думаю, что ты в них влюбишься с первого взгляда. Доброе утро, Дим, Вероник, знакомьтесь, это Татьяна, будущий врач, несмотря на такую красоту неземную. Ну, сегодня нам нужно подготовить ей вечерний образ. Платье Космобелла, понятно, что шикарное, красивое платье, нужно соответствовать, макияж, прическа. А может быть, это что-то будет простое, чтобы не перегружать наряды, а может быть, вы решите наоборот, начать с такой тяжелой артиллерии и сделать ей шикарный макияж и прическу. Дим, начнем с тебя.
себя. Рассказывай, какие планы на сегодня. Привет, Жень. Ну, я думаю, что такой врач будет, наверное, только своей внешностью излечить, да, любого излечить человека. Но девушка у нас красивая. Я обычно, когда ко мне приходят такие прям очень яркие, красивые люди, которых, в принципе, они полностью самодостаточны, я не думаю, что им нужно что-то там много в них менять или приукрашать их. Я думаю, что макияж... У меня две задумки сегодня на макияж были, как бы, сделать, но мы сейчас в процессе посмотрим, либо сделаем что-то с цветами, да, либо мы сделаем такой, вот как обычно сейчас делается, ультрамодный макияж, который используется на красных дорожках, чтобы и фотографу, и всем было удобней. Ну, в процессе, я сейчас не могу прям точно сказать, что я хочу сделать, потому что я еще в раздумьях, как всегда, поэтому я думаю, ну, в любом случае макияж будет вечерним. Я думаю, что он будет такой яркий, достаточно выразительный. Поэтому, ну а цветовую гамму сейчас я уже в процессе, наверное, выберу. Ну, лично мне очень нравится ее цвет волос. Я думаю, Вероника, наверное, цвет волос точно менять не будет. И, ну, довольно в хорошем состоянии. Но это, на мой взгляд, сейчас надо услышать мнение профессионала. Вероника. Здравствуйте, Жень. Действительно, у Тани сегодня мой любимый блонд. Это разновидность блонда от медовых оттенков, от золотых оттенков до пепельного оттенка. Я очень люблю блонд. И у Тани сейчас волосы в хорошем состоянии. Я думаю, как Дима говорит, мы походу что-нибудь придумаем. Жень, вы же знаете, здесь нужно отталкиваться от целого образа. Образ мы... как материал мы видим, да, в процессе сейчас будем создавать. Ну, давайте приступим к работе. А так как у нас сегодня фотосессия и фотограф у нас Галина Комиссарова, я думаю, что фотографии будут изумительные. Гале мы доверяем всегда на 100%, поэтому, думаю, фотосессия сегодня будет у тебя шикарная, и переживать ей будет не за что. Особенность вечернего макияжа в том, что особенно эффектно он смотрится при искусственном или приглушенном освещении. Именно поэтому можно добавить мерцающих оттенков, длинные ресницы или выбрать более темные тона. И не бояться при этом выглядеть нелепо. Дмитрий выполнил для Татьяны макияж в естественных тонах, который сочетается абсолютно с любым нарядом. Обычно, когда я участвую в фотосессиях, мне говорят, что у меня слишком большой объем, слишком много волос, жалуются на то, что долго крутить, долго делать прически. Как вам, не мешают мои волосы? Нет, Танюш, у тебя достаточно волос. Я не скажу, что у тебя слишком много, потому что есть клиенты, у которых действительно очень большой объем волос. Волосы у тебя очень послушные, не знаю, что здесь мешает. Много волос не бывает. Такого нет понятия «много волос». Даже есть понятие «мало волос», и мы используем дополнительные трессы. А у тебя достаточно волос, чтобы не использовать никаких дополнительных средств. И любую прическу тебе можно сделать с помощью твоего объема, твоей длины. Наша героиня – обладательница шикарных белокурых волос средней длины. Ей подойдут любые прически. Но наш мастер – сторонник собранных вариантов укладки. Так как считает, что вечерний выход должен быть особенным, а собранная прическа всегда открывает лицо и шею, показывая нужные изгибы и выгодно сочетается с вечерним нарядом. Для Татьяны Вероника выбрала объемную собранную прическу, причем дополнительных аксессуаров для придания объема не использовала. Ну, как всегда, шикарная работа получилась. Я думаю, с такой великолепной прической, ярким макияжем любое платье будет сидеть замечательно.
Ну, макияж мы сделали сегодня вечерний, мы сделали вот таким модным, он действительно подходит только для вечера, днем с таким макияжем, конечно, не ходят. Мы сделали его в таких достаточно темных тонах, можно закрыть глазки. Мы добавили немного золотистых блесок для того, чтобы у нас был такой, создавался вечернее такое мерцание. Тон лица мы выдержали очень таким ровным, добавили немного корректировки, потому что у нас все-таки фото-видеосъемка. Я решил сделать что-нибудь такое, в принципе, ну, не сильно необычно, а, в принципе, такое достаточно выразительное, чтобы макияж казался у нас такой и темный вроде, ну, и тоже с блесками, хотя я блески не очень люблю, если честно. Но я думаю, что макияж продержится у нее до вечера, и в дальнейшем Татьяне будет очень удобно позировать. И я думаю, теперь только Вероника расскажет про прическу. Прическу мы сделали более в романтическом стиле, такую объемную, красивую. Я думаю, эта прическа подойдет ко всем ее сегодняшним нарядам. Будет выглядеть она у нас очень элегантно, романтично. Ну хорошо, но осталось услышать мнение Тани. На самом деле большое спасибо мастерам. Мне очень все понравилось. Очень, во-первых, мне понравилось отношение к работе. Все очень профессионально, все очень с таким с теплом, с добротой. Было безумно приятно работать. Прическа волшебная, просто нереальная. Макияж тоже очень яркий, и в то же время он мне как-то подходит, что ли. Большое спасибо за такой опыт. Это действительно очень запоминающе. И, наверное, запомню на всю оставшуюся жизнь. У каждой из нас в жизни бывают такие случаи, когда вечернее платье просто необходимо. Будь то юбилей родителей, выпускной, свадьба друзей или просто свидание, в салоне свадебная вечерняя мода Космобелла. Любая девушка и женщина, вне зависимости от возраста, социального статуса и вкусовых предпочтений, найдет его – платье мечты. Именно туда мы с вами отправляемся. Свадебная вечерняя мода «Космобелла» создан для тех, кто способен оценить в одежде красоту и качество. Изящные и удивительно красивые модели вечерних и свадебных платьев в сочетании с уютной и комфортной атмосферой салона подарят вам чарующее предвкушение праздника. Только здесь представлены платья известных мировых брендов в единственном экземпляре. Оригинальный покрой, шикарная ткань, эксклюзивные модели. Модная индустрия в нынешнем сезоне предоставляет возможность почувствовать себя королевой каждой девушки. Платье в благородном серебре – вот что поможет вам перевоплотиться в особу высшего света. Особенно, если это наряд от салона свадебной и вечерней моды «Космобелла». Такой утонченный величественный силуэт эффектного кроя русалки в пол с длинными рукавами, элегантным вырезом горловины и потрясающей трехъярусной юбкой из нежнейших косых воланов прозрачной органзы. Именно гармоничное сочетание текстуры легкой ткани с оригинальным рисунком в благородном стальном цвете так лаконично и изящно дополняет потрясающие работы лиф. Ближе плечика. Руки поставь вниз. Да, во. Хорошо, что ты плечи так раз назад. Выше подбородочек чуть-чуть. Из
изысканная вышивка фестонами, по центру в легком мерцании бисера и стекляруса на нежнейшем кружеве создает настоящий шедевр моды. А естественная линия талии соблазнительно акцентирует фасон. Этот элегантный и царственный силуэт от салона свадебной вечерней моды Космобелла подчеркнет достоинство вашей фигуры и вызовет истинное восхищение окружающих. После примерки первого платья я осталась под большим впечатлением. Если вы хотите оказаться в центре внимания, то это платье именно для вас. Элегантное платье от салона свадебной вечерней моды Космобелла бесспорно будет достойным элементом вечернего наряда. Классический облегающий лиф и роскошная пышная юбка позволят почувствовать себя настоящей принцессой. Особое совершенство линий величественного силуэта подчеркивает необычайно элегантный крой. Верхняя блуза без рукавов и с круглым вырезом идеально повторяет все изгибы, изящно прикрывает плечи, визуально моделирует и придает изысканность образу. Из тончайшей сетки оно покрыто нежнейшими вкраплениями кристаллов и стекляруса в ручной вышивке. Ее витиеватые линии создают контраст с цветом и подчеркивают эксклюзивность изделия. Локоточки за себя и на меня взглядом. Давай той стороной, ты вернешь личико? Да, и поднимешь выше подбородочек и на меня взглядом. Во, стоп. Глаза вниз, в пол отведи. И отсюда взгляд в камеру. Отпусти вот эту ручку ровненько, вот это, да. Вот. Подними вторую ручку, лучше вот к себе, да. Наклони височек еще сюда. Стоп, такой же. Немножко на меня лицо доверни, во, стоп. С другой стороны, женственность и стиль придает объемная юбка. Она выгодно подчеркивает и визуально удлиняет, придавая очертаниям элегантность и легкость, особенно в шикарном бирюзовом цвете, таком смелом, экстравагантном и необычайно элегантном. Объемные складки струятся вниз и придают пышности красивую форму, а благородный атлас на матовой основе переливается легким блеском и делает наряд подчеркнуто торжественным. Сейчас мы примерили второе платье. Оно, наверное, еще даже более шикарное, чем первое. Ну, хотя и первое неотразимое. Это платье кажется, на первый взгляд, тяжелым, объемным, но на самом деле на теле оно очень легкое, очень приятное. И мне очень понравились стразы на корсете, спинка. И вообще цвет, мне кажется, это вообще мой цвет. И в дальнейшем надеюсь, что именно такое платье будет всегда меня сопровождать во всех вечерах торжественных. В 2017 году насыщенный оранжевый цвет в одежде – один из самых актуальных модных трендов, который по достоинству оценят самые искушенные ценители прекрасного.
Оранжевый цвет играет в различных оттенках и фактурах. Словом, создает для вас лучше гармоничный образ. Например, такое восхитительное платье Гаде оригинального кроя от салона свадебной и вечерней моды Космобелла. Из мягкой струящейся ткани оно идеально подчеркивает все изгибы, изысканность кроя и создает ощущение легкости. Роскошное оформление лифа при закрытой груди и облегании акцентирует внимание на косых вставках по бокам из прозрачной сетки и телесного цвета, которые визуально сужают талию и создают имитацию топа и юбки. Чуть-чуть выше подбородочек, все хорошо. Подбородочек даже еще чуть-чуть выше поставь. Давай эту ручку поставим на край, к шее, ближе к ключице. И вот ручки по талии. Чуть выше подбородочек, грудь больше вперед. А изящная деталь – аксессуар в виде украшения из черненного золота с камнями так ненавязчиво и деликатно подчеркивает линию талии и великолепно дополняет оранжевый цвет. Роскошное платье от роскошного салона свадебной и вечерней моды Космобелла не оставит вас равнодушной. Это платье мне понравилось тем, что оно прекрасно подчеркивает мою фигуру, вытягивает меня, делает выше, стройнее. И цвет также очень мне подходит и к лицу, и вообще ко всему образу. Это платье, я в него просто влюбилась. Ведущие дома высокой моды вознесли на пьедестал актуальности женственность, что выражается в восхищении красотой женской фигуры, подчеркивание ее изгибов и форм. Чувственное платье салона свадебной вечерней моды Космобелла позволит своей обладательнице почувствовать себя драгоценным цветком среди привычного обилия более строгих вариантов. Секрет этого идеального платья в элегантно облегающем фасоне, классического черного цвета с изысканным кружевом на плечах и необычайно обольстительным вырезом. Удлиненного силуэта благодаря фигурным рельефам и высокому разрезу, платье идеально повторяет все изгибы, кокетливо открывает плечи, визуально моделирует фигуру и придает изысканность образу. Прям обними себя ручками, обними себя, да, во. И еще немножко лицо доверни. Висок, наоборот, как ты до этого наклоняла, да. Раз, два, три. Готово. Ниже подбородочек, ниже, ниже, ниже. Чуть-чуть локти ближе к себе, чуть-чуть локти ближе к себе. Во. И вот как ты отводила подбородочек. Отличительная особенность этого платья «Трансформер» – это роскошное дополнение в виде длинного съемного шлейфа, который одевается на талию. Легким движением рук он расходится в потрясающее полотно с красивым купонным рисунком из цветов по всему низу подола. Это позволяет менять общий силуэт и образ самого наряда, и даже несколько раз за вечер, будь то кокетливо облегающее платье или величественно-грациозный силуэт. Такой эксклюзивный фасон от салона свадебной вечерней моды Космобелла сделает вас королевой на любом торжестве.
Черное платье – это всегда беспроигрышный вариант, так как это классика, и в ней вы будете просто королевой бала. Ну а фишкой к этому платью идет шлейф невероятный. В свадебной вечерней моды Космобелла любая модница найдет для себя идеальное платье и, конечно же, не уйдет из этого бутика без покупки. Сегодня был просто незабываемый день. Я запомню его на всю оставшуюся жизнь. Спасибо большое программе Must Have. Это был просто незабываемый опыт, непередаваемые ощущения. Надеюсь, мы еще встретимся. Элегантность – это не безумное следование последнему пику моды. Элегантная и женственная леди никогда не станет жертвой моды. Она просто умеет ухаживать за собой и обладает адекватной самооценкой. Будьте такой, и тогда весь мир полюбит вас. Вы смотрели программу «Must Have». Меня зовут Евгения Кеник. Увидимся через неделю.